Вон там вот наша гора. Пришли смотреть на гору. Вот она на заднем плане. Хотим туда лезть. Рельеф есть, но крутой. Поэтому будет, наверное, непросто вдвоем. Вот такой вот рельеф. Подходим к нависанию, к первому. У нас тут нависание. Денис борет. Какая-то развальня. Не зря искали шестерку, без нее пришлось бы бить шлямбур или еще что-нибудь делать. Развлекаемся с баулом в безопорном пространстве. Осталось 6 метров, и будет опора под ногами. Прошли карниз, и немножко положи стал угол. Это не может не радовать, потому что была какая-то жесть вообще. Вот и шумная станция. Лезем в 6 утра. Уже 3 часа дня. Рельеф положен становится. Капец. Пошел снег и дождь. Сейчас дождь шел. Игра-то снег. 2,5 часа. И вот только сейчас выглянуло солнце. Все мокрое. Надеюсь, сейчас высохнет на солнце немножко. Ставили палатку. Завтра нас ждет вот это вот чудо. Следующий участок, почти вертикальный внутренний угол. Медленно и верно движемся вверх. Ага. Марю. Смена обуви. Кроссовки идут в баул. Спальники на ноги. А у нас пошла крыша. Полого и быстро все. Все, снимаем железо. Будем переждать грозу. Вы на вершине. Да, уже наверху на самом. Вот нам надо принять решение. По пути подъема ко мне опасно сильно. Все, тур сложили, записку оставляем. И надо идти искать спуск. Надвигается какая-то жопа опять. Сейчас будем думать, куда идем ширять или пешком спустимся. Что вряд ли. Мы спустились пешком с горы. Вон по тому распадку. 4 часа, и мы в незнакомом ущелье. Класс.